Продолжаем движение, шестая серия маршрута Москва-Кемерово. Сразу хочу зачитать комментарий и ответить. Логин Владимир Протопопов спрашивает, в чем практический смысл азбуки Морзе сейчас? Ну, во-первых, я очень благодарю вас за этот вопрос. Он сподвигнул меня к тому, чтобы я и в комментариях к видео продолжал не рекламу, а как пропаганду телеграфной азбуки. Начну издалека. Года два тому назад в интернете стали появляться жуткие сайты, где подводили детей к самоубийству. Кто создает такие сайты и откуда растут ноги, я думаю, объяснять не надо. Это ясно и без слов. И вот тогда я задумался, как отвлечь хотя бы маленькую группу детей от этого, от этой гадости. Вспомнил, что служил в армии радиотелеграфистом, уволился в запас в 73-м году, сколько прошло лет. Но знания, навыки, конечно, не тот уровень, который был во время службы в армии, но вполне нормальный, скажем так, третий разряд вытащить можно. Решил пропагандировать и начать как-то детей отвлекать вот в этом направлении. Сколько прошел кругов чиновничьих, перечислять очень долго. И всегда, и везде практически смотрят на меня стеклянными глазами, или не понимают, или не хотят понять, или... Ну, в общем, были проблемы с этим. Но однажды мне повезло. Мне пришло приглашение посетить слет юнармейцев. В конце слета я попросил слова на несколько минут, 2-3 минуты. Вот. И выдвинул идею обучать юнармейцев, там, школьников, телеграфной азбуки. В президиуме сидел генерал-майор, герой России, фамилию называть не буду. Вот. Я заметил, как у него по лицу пробежала какая-то вот такая волна. Он посмотрел на меня. Ну, видно было по взгляду, что я задел очень такую интересную страну, что ли. После этого, значит, пошли, я не буду дальше там рассказывать, чтобы было, пошли звонки, стали приглашать меня в разные организации, в частности, в региональные ДОСААФы, в школы, где я выступал на открытых уроках, демонстрировал работу телеграфной азбуки, работу на ключе. В итоге проект пошел, и вот 27 числа был первый урок, на котором я провел первое занятие. Я рассчитывал, что будет 5-7 человек, не больше. Но когда в зале собралось около 50, ну, для меня это был, скажем так, шок такой.
И что интересно, глаза у ребят горят. Интересно, они с вниманием смотрят, очень внимательно слушают. Я, откровенно говоря, вот не ожидал такой реакции. Думал, что нужно долго рассказывать, объяснять. Урок начал я достаточно интересно, как мне кажется. Я задал им вопрос. Зачем вам нужна эта вот телеграфная азбука? Что она вам даст? Нафига она вообще вот? Для чего? Вот, ну, такого начала ребята не ожидали. Тишина была в классе. Ну, я говорю, вот, наверное, было слышно, как сердце бьется. Ну, а теперь отвечая на вопрос более конкретно. Значит так, ну, во-первых, телеграфная азбука – это язык международного общения, своеобразный язык международного общения. То есть телеграфист любой страны может связаться с любой другой страной, и они поймут друг друга путем вот, кодов, других каких-то телеграфных наработок. Они смогут легко понять друг друга, общаться, даже не зная языка этой страны. Это первое. Это телеграфная азбука, как в народе говорят, это азбука Морзе. Но на эту тему я, наверное, отдельно как-нибудь скажу. То есть телеграфисты, свободно, не зная языка страны, смогут общаться друг с другом, обмениваться информацией и так далее. Второе, что дает телеграфная азбука, это развитие памяти. Способствует развитию памяти. Способствует развитию слуха музыкального. Вот такая вот специфика в телеграфной азбуке, что радисты не считают точки и тире, а слышат их звуковой фон, звуковой, как говорят, напев. Каждая буква, каждая цифра имеет свое звуковое такое вот, звуковой аналог. В общем, ребята сидели, слушали меня, разинув рот, распахнув глаза. На первом занятии изучили 4 буквы. Я был просто удивлен, как они на лету схватывали все это. И хотя аппаратура, ну, этот металлолом, скажем так, какие-то звуки издавал, это уже принесло первый эффект. Запомнили буквы, записали. Ну и я дал домашнее задание, благо современной технологии, вот эти вот Play Market, на котором я порекомендовал скачать программу и заниматься изучением, запоминанием телеграфной азбуки в домашних условиях, чтобы родители, там родственники нажимали соответствующие буквы, которые прошли на занятии, и тем самым укрепляли пройденный материал. Конечно, проблем еще достаточно. Это надо приобретать. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Приобретать аппаратуру. К огромному сожалению, у нас в России это не выпускается. Все заводы, фабрики, которые занимались вот во время Советского Союза какими-то радиосборками, наборами для детей, сейчас это все, к огромному сожалению, порушено. Пришлось связываться с продавцами в Китае, благо сосед оказался китайцем. И вот он на китайском языке, значит, общался с продавцами по этому оборудованию. Теперь встал вопрос финансовый. Не знаю, будут выделены деньги или нет, но, по крайней мере, лед тронулся. Как бы то ни было, буду даже вот на этом металлоломе что-то, чему-то детей обучать. Ну, что дает телеграфная азбука? Не только навыки, знания какие-то. Это как вид
соревнования. Популяции, к сожалению, в России этого вида спорта никакого нет, но тем не менее ежегодно, постоянно в мире проводятся соревнования, первенства, чемпионат Европы, чемпионат мира. Соревнования по скоростному приему на слух. И когда я узнал результаты, когда я узнал, на каких скоростях работают сейчас первые лица этого вида спорта, чемпионы, рекордсмены, я просто был в шоке. Это порядка 330 букв или цифр в минуту. В минуту. Это 5-6 букв в секунду. Это просто потрясающе. В мою бытность скорость была около 30 групп. Это 30 на 6. Сколько? 300 знаков. Вот сейчас 330. Это просто выдающийся результат. Постоянно проводятся соревнования по связи в эфире, посвященные разным знаменательным датам. Повторю, что, к сожалению, к огромному сожалению, никакой популяции этого вида спорта у нас в России нет. Посмотрел, какое место занимает Россия в рейтинге. Мы в хвосте. Впереди Белоруссия. Но у нас мало того, что никакой популяции нет, совершенно нет заводов и фабрик, которые бы выпускали необходимое оборудование, детали. Правда, отдать должное нужно Барнаульский радиозавод, принимает индивидуальные заказы, не знаю, принимает или нет, но в том году я связывался с ними. Это оборудование для спортивной пеленгации, в народе известное как охота на лис. Не знаю, пока этот вопрос висит в воздухе, никакие шаги практически не предпринимаются. Я пока раскручиваю телеграфную азбуку. А вообще, проект у меня состоял из четырех частей. Первая часть – это телеграфная азбука. Вторая часть – это спортивная пеленгация. Третья – это радиосвязь на коротких и ультракоротких волнах. И четвертая – это радиоконструирование. Я считал, что эти четыре направление – это кирпичик в фундаменте огромного здания под названием «Мир радио». Это настолько интересное и увлекательное занятие. Мало того, что оно увлекательное, оно и полезное. Для многих детей, я убежден, это может стать смыслом жизни. Изучив телеграфную азбуку, им интересно будет послушать эфир. Кому-то захочется потом самому выйти в эфир, поработать. Благо, для этого все возможности есть. Я имею в виду, можно хотя бы даже в Китае приобрести тот же самый трансивер и спокойно, получив позывной, предварительно сдав какие-то экзамены, зачеты, получить позывной и свободно работать в эфире. Кому-то понравится конструирование. Любая техника, приобретенная в магазине, она несовершенна. Она требует каких-то доработок. И многие, из оставшихся... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Из оставшихся, фанатов радиоспорта, такие еще есть в России, они, дорабатывают аппаратуру, какие-то блоки вставляют. Процесс творческий. А направления какие еще могут быть? Институтов у нас достаточно.
специальность выбрать, начиная от эксплуатации, ремонта, ну и до конструирования и проектирования. То есть спектр самый широчайший. Тем более, что я убежден, за радио будущее, вот этот интернет, конечно, перебил. Но, тем не менее, он уже начинает многим надоедать. Ну, не многим, уже часть начинает надоедать. И дети, я уверен, найдут свою отдушину, свою нишу вот именно в радиоэлектронике. Тем более, что я убежден, в перспективе будет интеграция радио и интернета. Уже есть такие скромные попытки, вот, но это бесконтрольное поле, к сожалению большому. Я не буду называть эти программы, но что там творится, тоже ужас. Вот основное, по-моему. Да, вот основное, что я вот могу по этому вопросу сказать. Еще раз благодарю за этот вопрос. В дальнейших сериях, в комментариях, я понемногу буду этой темы касаться, в расчете, что найдутся сподвижники, которые, ну, подхватят, что ли, вот это вот, ну, это не идея, а вот именно эту инициативу, и помогут. Парная камера, контроль средней скорости, ограничение 70. И помогут поднять на должный уровень радиоэлектронику России. А молодежи, талантливой детворы у нас более чем достаточно. Так, ну а теперь перехожу к комментариям. Продолжаем движение. Никаких особенностей привязки к местности не вижу. Но с правой стороны, на расстоянии, может быть, километра, населенный пункт Нижние Яки. Нижние Яки. Так, с левой стороны не очень далеко река Кикерле. С правой стороны по ходу река Абзяк. Но в основном вот на карте видно овраги, овражистая местность. Ну, кругом поля. Ну, где-то местами рощи. Условия движения, сами видите, вполне приемлемые, хорошие даже там. Даже, может быть, очень хорошая. Да, кстати, хочу сказать. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. В следующей серии, в седьмой серии, случилось ДТП со мной. Буквально в самом. Или нет. Ну, но
смотрю на карте, очень много оврагов слева и справа по ходу движения. Впереди поселок, совхоз «Пятилетка» называется. С левой стороны по ходу, наверное, поселок городского типа Мамадыш. Это километра, наверное, 4-5 от трассы. Даже, может, поменьше немножко. Там же реки с левой стороны. Пеканиха, Беркас, Обеняк, Анзерка. Прошу прощения за такой английский. Работает постоянно радар-детектор. Развязка, левый поворот ведет Мамадыш, правый Соколка, и можно попасть на берег реки Кама. С правой стороны начинает к трассе приближаться русло реки Кама. Справа по ходу, ну, далеко, правда, за Камой, ну, до Камы примерно километров 5, за Камой Нижнекамск, Большое Афанасово, скорости. С левой стороны деревни Черши, но реки я перечислил. Справа далеко впереди, недалеко от дороги, Костенеева и Козыли. Повторю, что с правой стороны к трассе приближается русло реки Кама. Ну, овражистая местность. Сколько смотрю на карте, слева и справа овраги. С левой стороны
река. Река Камыль. Камыльно, Господи. Там же с левой стороны Мурзихинское поселение, Новая Мурзиха. Река Камыльна. Простите, если оскорбил кого-то первоначальным прочтением. С правой стороны село Покровское. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. И вот у села Покровское река Кама очень близко подходит к трассе. Ну, наверное, не будет видно ее на видео. Это на расстоянии примерно 1,5-2 километра. Нет, не будет видно. Вот на данном участке очень близко она подходит. И потом ровно на 90 градусов уходит в сторону вправо. С правой стороны в Каму впадает река Кариуша. Такое извилистое русло. С левой стороны река Анзерка. Ну вот, река Кама ушла резко вправо, под углом в 90 градусов. Слева, кроме реки Анзерка, река Шаршала. И с правой стороны город Елабуга. Сейчас не могу вспомнить, через Елабугу ехал или объезд. Да, Елабугу объехал. Ну, Елабуга на берегу реки Кама. На берегу реки Кама. Пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так. Повторю, что справа будет развилка, это поворот на Елабугу. Мы примем влево.
мимо деревни Хвостово, большая качка. Ну, много достаточно населенных пунктов, перечислять все, наверное, нет смысла. Ну вот можно купить карту любого оператора практически. Не знаю, насколько это законно. Так, с левой стороны не видно, но поверьте, поселок Бехтерево. Туда же заходит железнодорожная ветка. Тупиковая, но, наверное, все-таки это станция железнодорожная. Город железнодорожников. На трассах России можно купить все, что угодно. В самом широком смысле. Ну вот практически объехали Елабугу. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот девочки предлагают свои услуги. Справа по ходу Малый Бор, рощица. Очень скоро будет мост через реку Кама. Начинается прибрежная зона.
Заводи мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны, наверное, не видно. Прям вплотную проходит железная дорога. Ну и вот начало моста через реку Кама. С левой стороны за насыпью уже река Кама. Ну а на мосту будем чуть-чуть попозже. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 50. Прямо по ходу набережные Челны, город, большой город, прямые улицы, как-то вот так, да. Вот начинает темнеть постепенно, зажглись фонари. Вот и пересекли по мосту реку Кама. Двигаемся по Казанскому проспекту. Переезд через железную дорогу. Это Комсомольский район города Набережные Челны. На развязке левый поворот, проспект Мусы Джалили. Не левый поворот, а просто развязка с проспектом Мусы Джалили. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Ну, двигаемся по окраине. Пока по окраине Набережных Челнов.
Казанский проспект. Ударная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. С правой стороны вижу странное название. Молодежное кладбище. Не знаю, почему такое дали название. Странно. Вывески магазинов. И продуктовые, и хозяйственные, все, что хочешь, и автозапчасти. Уходим направо. Первый съезд. Ограничение 60. С левой стороны автозаводский район. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Но вот здесь, по-моему, была засада. Стоял знак 50, а спидкам говорит, что 60. И вот где-то здесь я попал на превышение скорости. Двигался с ориентиром на скорость ограничения 60. Заметил знак 50 километров. Сбросил скорость, но уже было поздно. Буквально через, там, не знаю, 200 или 300 метров опять стоял знак 60. Но вот я на этом участке попал превышение 21 километр. Но оперативно заплатил, поэтому обошлось это все в 250 рублей. Ну, сейчас будет левый поворот. Еще немного, и мы, считай, объехали набережные Челны. Двигаемся по Мензелинский тракт. Мензелинский тракт. Улица. Дорога. Или улица. Дорога, наверное, правильно. Заканчивается топливо, бензин. Увидел с левой стороны заправку, ну, решил залить бензин. Ну, вот такую петлю за Гагулину. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Ну вот, заправился. Теперь нужно ехать назад, опять на круговое движение. Потому что, возможно, камеры стоят, наблюдают.
Но местные жители, я обратил внимание, пересекают сплошную там, где захотят. Возвращаясь назад к развороту, почти стемнело. Вот развернулся, двигаюсь. Назад или вперед. В общем, петлю сделал такую небольшую. Ну, радар-детектор постоянно предупреждает, что излучение какое-то. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Или фотофиксация. Или еще что-то. Ну, а теперь поворот, правый поворот, и уходим в сторону от набережных Челнов. Остановился кратковременно, чтобы попытаться найти место для ночевки. Ограничение 70. Темнеет быстро. Ну, с левой стороны, походу, много населенных пунктов. СНТ Тагаева, Яблочко. Это с левой стороны. Справа Лесное. По мосту через реку Камысла. Еще дальше с левой стороны река Ардиушка. Уже совсем темно. Обгон запрещен. Ограничение 90. Трасса М7. Покинули набережные Челны. Так, с правой стороны Сосновый Бор, населенный пункт. С левой стороны примерно в 2 километрах Лукоморье и Наратлы. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50.
Ищу ближайшее место для привала. Скажу заранее, что кафе с правой стороны будет под названием «Граница». И это кафе стоит прямо на границе, на границе области, как правильно сказать-то, набережная Челновская область, наверное, так. Набережная Челновская область. Ну, ладно, по карте посмотрите. Вот это кафе под названием «Граница». Очень доброжелательный персонал. Уважительно, доброжелательно встретили. Сказали, что очень безопасно. Никто не тронет. Ни копейки не взяли за стоянку, за ночевку. Ну вот так как-то. До следующей серии.